Они были как практически как Сид и Нэнси. И если честно говоря, то мы даже с ним тогда чуть не попрощались, потому что он сказал, что все, пацаны, короче, настоящий панк должен слинять в районе 30 лет. Ну, я, конечно, опровергал этот момент, я говорю, схерали. А что дальше? Вот. Он говорит, что нет, максимум 40 лета. Потому что потом ты начинаешь стареть, нафиг ты никому не нужен, лучше типа кайфовать вот при жизни. И он сказал, что все, в тридцатник, вот исполнится мне 30. Вот я вас всех позову с Анфисой, сяду в машину с двух сторон и уеду, и все, до свидос. Вы меня больше не видите. Со скалы упасть или куда-то еще. Не-не-не, это не объявление песни. В общем, вот так вот веселился он. Давай. Thank you.
Я его хотел бы знать.
все выше женской парень. Увидала мужика и хами мужика, ты хами. Здравствуй, дядя, нафига я дядя, не могу понять, для чего в ночи на Москву спорят. Мне пришла не пой, не знакомиться отвечал, и дрожащую рукой свои шапки. Будь своей дорогой, не привозь мою чай. Пусть завершён, я буду жестоко обманулся. Не отпущу, я решил сегодня утопиться, утопиться. Не спроси, тебе в реке холодная водица, водица. Что такое, значит, обманулся посреди дня? Скрипу незнакомец, но сейчас куплю. Раз не можешь выжить, как я такому ближе к веку. Что за фокус, воскликнул парень, и поглядел все глаза. Каждый день рада, и он слил сам с гра. Мне пришла не пой, незнакомец отвечал. И дрожащий рукою свои шапки. Я, увы, жестоко обманулся.